коррекции санузла на востоке. Привет, друзья! Это канал Art Vastu, и сегодня мы с вами разберемся, как же нам корректировать наш проблемный санузел на востоке. Итак, друзья, давайте разберемся, что же должно быть на востоке. На востоке должно быть чисто, светло, много пространства, света, там должно быть окно, входная дверь тоже хорошо. Если там нет окон, нет входной двери и большая загрузка, то это плохо. Поэтому мы всю загрузку оттуда утаскиваем. Вообще восток корректируется почти так же, как северо-северо-восток в плане высоты потолка, уровня пола. Это все одинаково во всех секторах притока. В прошлом видео рассказывала, ссылочку выведу. Много света, свет белый. В идеале белый мрамор на пол. Также хороши зеркала. Про зеркала будет отдельное видео, потому что мне там во всех секторах нужно будет вам рассказать, куда и как можно вешать. Также восток очень любит дерево. То есть, если вы можете что-то из дерева сделать, не то что, а сделать кладовку в ней деревянной полки и забить ее до потолка. Нет, все равно кладовка на востоке нам не подходит, или она должна стоять пустой, потому что она перекрывает нам приток. Но если вы, например, у вас там прихожая, и вы думаете, из какой мебели, как вам прихожую сделать, вот мы с мужем, например, такую собрали, из дерева, деревянной панельки на стену, они не тяжелые, небольшие, она открытая, она свободная, никаких шкафов мы даже не ставили, то вот восток, он любит натуральное дерево. Про цвета я вам тоже отдельным видео расскажу, цвета в каждый сектор. Если у вас здесь нет окна и вам надо восток скорректировать, тогда мы берем 3-5 красных кораллов, вот такие вот кораллы, про кораллы вам сейчас все расскажу, и мы берем 50 грамм меди. Медь и красные кораллы — это корректоры нашего востока. Еще раз по формуле. Давайте вам формулу буду писать. 3-5 красных кораллов. Примерный вес около 2 карат. Вот эти вот камушки примерно у меня по 2 карата. Вот эти маленькие по 1,7-1,8. Вот эти большие где-то примерно по 2,2-2,1. Вот такие вот. 3-5 кораллов примерно 2 карат и 50 грамм меди, 50 грамм меди на сектор. У меня вот здесь вот около 100 грамм меди, то есть нужна примерно вот так половиночка. И я подобрала план, мы по нему уже работали, мы здесь утяжеляли отток. Помните, каждый раз я план делаю все поярче, чтобы вам было лучше видно. Смотрите, у меня восток. С одной стороны, хорошо, что здесь входная дверь, то есть какой-то приток есть. А с другой стороны, сюда попадает туалет. И смотрите, здесь туалет попадает в 2 сектора. Вот до сюда туалет попадает на восток, то есть сам туалет, санузел попадает. Именно туалет попадает на восток, а ванна попадает на северо-восток. Но ванны мы корректируем как санузлы, как туалеты точно так же. Я вам сейчас в конце видео расскажу, как скорректировать туалет, который попадает в 2 зоны. Начнем мы с восточной зоны. Вот смотрите, у нас граница проходит. Понятно, что энергия идет не совсем так. Энергия как бы там примерно идет. Но мы все равно двигаемся по нашему чертежу примерно. Нам нужно обойти туалет. Так же, как в прошлом видео мы проходили, нам нужно сделать ожерелье вокруг туалета, только другим материалом. Вот смотрите, мы пойдем ожерельем вокруг туалета внутри своего восточного сектора. То есть вот наш восток. То есть вот сюда, в северо-восток, мы не пойдем этим ожерельем. Потому что на северо-востоке туалеты и санузлы мы корректируем с вами. Чем мы корректируем? Смотрели прошлое видео? Сходите, посмотрите, чем мы корректируем туалет на северо-востоке. На востоке мы его корректируем красными кораллами и медью. Значит, вот я вам рисую, то есть вокруг туалета, в плинтус или в щель, когда вы снимете плинтус, там может быть будет щель. Мы кладем, мы размещаем вот так 5 красных кораллов. О, можно даже тут вот на чертеже прямо выложить, пятый не влезает.
5 красных кораллов и 50 грамм меди. Делим их на кучки, засыпаем туда в плинтус, как-то аккуратно. И вот мы наш восточный туалет скорректировали. Вот, скорректировали. В прошлом видео мы с вами говорили, что северо-восточный северный туалет мы корректируем жемчугом и серебром. Соответственно, снаружи этого туалета, санузла, ванной в нашем случае, мы закладываем с вами жемчуг и серебро. И получается, что мы обходим корректорами, так дайте я поменьше сделаю, чтобы было прям на плане читабельно. Вот так, прям вам макет. Я вообще люблю макетами, я макетами хорошо понимаю, когда макет сделан. Мы с вами обходим наш санузел с той стороны, которая у нас внутри квартиры. То есть вот тут снаружи, из коридора, с лестницы мы ничего не обходим. Внутри квартиры мы обходим ожерельем, тем материалом, которым корректируется данный сектор. В данном случае север, северо-восток, жемчуг, серебро, восток, медь и красные кораллы. Друзья, ну смотрите, я вам говорю, а сама нарисовала. Вот эти же у меня попадают в прихожую, у меня же дверь квартиры вот. То есть вот здесь у меня квартира заканчивается. А я нарисовала вот сюда. Ну, тоже будьте внимательнее. Вот, у меня просто у подруги похожая квартира, но вот здесь предбанничек тоже их. И мы закладывали вот сюда, поэтому я здесь и ошиблась. Вот, то есть вы закладываете только в своей квартире. Значит, если у нас вот такой маленький кусочек остается, значит, мы все кладем вот сюда. Вот сюда кладем. Вот, если все будет не влезать, вам надо будет положить побольше. Это же корректор востока, а на востоке можно это все закладывать. Вот, и поэтому мы тогда вот сюда тоже можем продлить. Вот, потому что на востоке можно кораллы и медь, значит, вот сюда к туалету вы кладете побольше, потому что это самое большое негативное влияние. А остатки, которые не влезли, вы можете класть вот здесь. Еще раз напомню, если у вас особенно квартира сложной формы, Г-образная или какая-то еще вся такая угловатая с выступами, когда у вас есть вот такие вот места, которые выпадают, и много торчащих мест, скорее всего, потом все равно вы будете обращаться к консультанту, чтобы вам эту сложную форму скорректировали. Поэтому не закладывайте в пол. Если вы собираетесь делать ремонт и все в стяжку утопить, то тогда сразу обращайтесь к ВАСТу-консультанту, потому что в противном случае потом придется переделывать. Я вам не советую, поэтому если вы делаете сами сейчас, то закладывайте в плинтус или как-то так закладывайте, чтобы у вас была возможность потом достать. Потому что при создании второй ВАСТу-карты у вас эти корректоры придется перемещать. И теперь давайте поговорим про кораллы, как их выбрать и как не ошибиться, чтобы не заложить какую-нибудь ерунду вместо коралла. Смотрите, что чаще всего продают вместо коралла. Это называется морская водоросль Каролина. Как ее распознать? У меня очень большие кусочки, я брала вообще для другой цели, просто на нее посмотреть. Смотрите, она внутри такого серо-зеленого цвета, вот ее скол, такая она. Грязновато, бледная, серовато-зеленоватая. Ее закрашивают, ее кидают в подкрашенную воду, поэтому все вот эти вот стыки у нее будут черные, почти черные, такие бордового цвета. Вот эта вся внутри пористая, она в них окрашивается, поэтому ее можно сразу определить по вот этим вот прокрасам. И второй момент, что ее можно расколоть и увидеть, что внутри она совсем не красная. А так, внешне она выглядит очень красиво, и ее очень многие продают как красный коралл. Итак, мы такое не покупаем. Нам здесь очень важно купить настоящие кораллы. Настоящие, да, настоящие кораллы, они тоже бывают разные. И отличить их довольно сложно. То есть они бывают и обработаны, и бусины, и как угодно. И незнающему человеку отличить это довольно сложно, поэтому... Я вот точно знаю, что вот этот вот вид коралла, он настоящий. У него вот на сломах, на срезах он такого же цвета. Видно, что это прям веточки. Я вам советую
брать именно такие кораллы. В основном во всех васту-магазинчиках продаются именно они. Здесь вы не ошибетесь, вы не заложите какой-то пластик или крашеную водорослю кораллину или что-то еще, что еще решили придумать, чтобы люди покупали. Поэтому с кораллами будьте осторожны. И давайте, друзья, еще разочек подытожим. Чем мы корректируем наш закрытый восток или загрязненный восток? Это уровень пола, уровень потолка, как рассказывала в прошлом видео, для притока у нас все одинаково. Белый мрамор на полу, много белого света, гирлянды белого света, светильники различные, светильники с хрусталем, хрусталь тоже можно на востоке. На востоке хорошо дерево, но не в виде загрузки, а в виде каких-то панно или чего-то такого. То есть мы там 100 килограмм деревянных брусков мы там не храним, склад там мы не устраиваем, там нужна легкость и свобода и простор. Также там хороши зеркала, но про зеркала у меня будет отдельное видео. И туалет мы корректируем закладкой 5 кораллов, ожерельем и 50 грамм меди. Общая коррекция с просто закрытого востока. В центр этого сектора, в пол мы кладем, или около пола мы кладем 3-5 красных кораллов, примерно весом по 2 карата, плюс 50 грамм меди. А с вами был канал Арт Васту, и мы увидимся в следующем видео.